На зимних каникулах Евпаторийская детская школа искусств провела биеннале преподавателей художественного отделения. Это, можно сказать, новая форма работы коллектива школы, потому что биеннале здесь была организована впервые. Но теперь в планах ДШИ сделать такие выставки традиционными. На биеннале педагоги Елена Беликова, Ирина Симонова, Надежда Шаповал, Юлия Мышак и Нурия Абдурафикова показали коллегам, учащимся школы и их родителям, как живописные и графические произведения, так и работы в жанре скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества, техники батик. Все они были изготовлены в различное время, некоторые из них посвящены Рождеству. 5 педагогов, участников биеннале, успешно трудятся в художественном отделении ДШИ, современном центре развития творческих способностей детей и подростков. В основе его деятельности – создание благоприятных условий для их самовыражения и реализации. Задача опытных наставников – не только дать юным художникам профессиональные знания и привить навыки, но и развивать врожденные способности. Учебный процесс здесь строится на академических традициях. В ходе обучения ребята постигают основы живописи, рисунка, композиции, графики, декоративно-прикладного искусства, лепки. По словам директора школы искусств Татьяны Дмитренко, хорошо, что преподаватели художественного отделения часто участвуют в различных биеннале, проходящих в Симферополе. Ведь биеннале – площадка для общения талантливых мастеров. А самое главное в нашей жизни – это творчество в самом широком смысле этого слова. И замечательно, когда творческий человек щедро делится им с окружающими. Я учусь сейчас в Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре изобразительного искусства. И тут я представляю свои работы, написанные в разных технике. Вот первая работа – батик. У нас было задание расписать батик на ткани, по ткани. Я взяла шелк и... Задание было такое – расписать батик в орнаменте. Я взяла восточные огурцы. Дальше у нас было задание – роспись по стеклу в стиле витража. Тут вот элементы витражные и росписи. Еще представленные работы вот маслом. Это вот пейзаж, два пейзажа и два городских пейзажа в акварели. У нас была тема символическая скульптура. Первая скульптура была посвящена памятник белым мышам, белые мышки на микроскопе, так как они используются в опытах, в лабораториях и все время отдают свою жизнь, поэтому мне так захотелось увековечить этих мышек маленьких. И еще одна символическая скульптура – это памятник погибшему солдату. По песне «Мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Вот я прямо постаралась по словам песни, вот так как он лежит на поле, уже погибший, и сверху поднимаются птицы. Мне даже не хотелось отходить от слов этой песни. Вот. Дальше у нас было задание «Роспись деревянной игрушки». Мышка была выполнена в стиле пермоготской росписи. В пермоготской росписи используется пермоготский тюльпан и птицы, разные птицы. Вот такой орнамент, орнамент более растительный и животным. Вот. Три работы, которые относятся к этому празднику. Рождественский вертеп, елочка текстильная и досочки, расписанные как бы, в стиле сказки, народных промыслов. Так как праздник как бы великий грядет через несколько дней, к этому событию я посвятила такую свои работы. И хочу еще раз всех поздравить, пожелать исполнения всех, наверное, ваших желаний, которые у вас в течение года, чтобы Господь все вам выполнил, чтобы мир в душе был, покой и свет Рождества Христова посетил вашу душу, и, в общем, было тепло, хорошо. И вы дарили этот цвет другим людям. Моя тематика тоже касается этой праздничной темы. Здесь представлены панно керамическое, выполненное. Тема колядки. Вот, с одной стороны, с другой стороны. Такое народное направление. Я вообще очень люблю и работаю, выполняю керамические изделия и по фольклору. Здесь у меня сыгаля в воду. Вот. Василия. Это какая-то небольшая часть работ, которые здесь представлены.
Я также работаю и в круглой скульптуре, но сегодня как бы не представила, может быть, это уже на будущее будет. Вот. Я как бы люблю работать маслом и работаю в батике, росписями. У меня вообще профессия дизайн по ткани, я занималась раньше в Средней Азии. Вот. И я думаю, что вот Татьяна Николаевна правильно сказала, что нам нужны ежегодные выставки такие, чтобы мы больше раскрывались, и вы нас больше понимали, и видели, как мы работаем творчески. И поэтому я это поддерживаю. И я думаю, что вот к Рождеству моя тематика будет уже как бы отражать этот праздник. Здесь представлена елка новогодняя, игрушками украшенными руками детей. Дети сами выполнили игрушку и принесли, и повесили на елочку. Так как у нас в этом году год лошади, по центру висит самая такая у нас нарядная игрушка, лошадка. Вот. Выполнены работы в разных техниках. И мягкая игрушка, и бумагопластика, вот, и всевозможные бисероплетения, разные техники. Детки стараются, и у них получаются очень хорошие нарядные игрушки. Каждый год они выполняют и украшают елку. Каждый год у нас проходит еще и школьный конкурс «Новогодняя игрушка», а потом лучшие работы мы всегда представляем на конкурсе «Городская игрушка». И в этом году участвовали ребята, двое детей, работы награждены грамотами от городского головы. Вот Тымкив Катя и Выгонский Женя. Наше художественное отделение возникло после того, как наша школа искусств стала школой искусств. Вначале у нас была музыкальная школа, затем у нас появилось хореографическое отделение, и только потом художественное. Практически вот Ирина Владимировна Симонова, которая сейчас тоже преподает, она первая из тех педагогов, которые вот стали работать на этом отделении. Сейчас в нашем отделении работает 5 педагогов. Берика Елена Эдуардовна – это заведующая отделением. Юлия Николаевна Мышак, она, кстати, у нас педагогом работает и по фортепиано, и, кроме этого, она еще и вот сейчас учится, как она говорила, на в институте, на художественном отделении, и работает еще на этом отделении. Затем Абдурафикова Ирина Юнусовна, Шаповал Надежда Александровна и Симонова Ирина Владимировна. На отделении нашем художественном учатся свыше 80 детей, где-то до 90. Так как у нас в городе есть еще художественная школа, поэтому, может быть, туда больше детей как бы идут, потому что как бы художественная школа, многие не знают. Некоторые, которые приходят к нам в школу и узнают, что у нас художественное отделение, очень удивляются. Но отличия у нас все-таки есть. Если в художественной школе там берут детей после 10 лет, мы берем деток подготовительную группу с 5, и в первый класс они к нам идут в 6 лет. И учатся они у нас 8 лет, а там 4-5 лет они могут учиться. Поэтому в этом плане у нас как бы есть вот такое отличие. Это отделение уже существует около 20 лет, наше отделение художественное. Каждый год наши дети участвуют в республиканских смотрах, конкурсах, выставках, занимают призовые места вместе с детьми художественных школ. Обычно даже у нас вот объявление всегда идет в республике на наших конкурсах учащиеся художественных школ и школ искусств, потому что в музыкальных школах художественных отделений нет. Поэтому наши дети на уровне, вот я же говорю, с художественными отделениями школ художественных участвуют во всех выставках, конкурсах и получают такое же образование и получают свидетельство об окончании школы искусств художественного отделения. Учащиеся выпускники художественного отделения очень многие поступают в высшие учебные заведения, на дизайнерские факультеты, на архитектуру. И это говорит о том, что мы даем очень хорошее детям образование именно начальное. Ведь для этих факультетов очень важен рисунок. И дети, выпускники, очень хорошо овладевают этой техникой карандашный рисунок, что самое главное для них для поступления. Участвуют во всех всевозможных конкурсах, международных, республиканских, городских конкурсах, которых, например, у нас ежегодно к 9 мая, если вы знаете, к 9 мая объявляется конкурс на лучшую открытку ветерану. И наши ребята побеждают на этих конкурсах. Если помните, у нас были такие маленькие бигборды,
и там были именно делают увеличивают их рисунки, и дети, даже помню, у нас были такие фотографии, мы хотели фотографируем ребенка возле его бигборда, и знаем, что это вот наш ребенок, это его его открытка, и очень приятно, потому что ведь это воспитание не только, как говорится, с точки зрения профессионального, ведь здесь надо еще детей учить и воспитанию патриотическому, и чтобы они помнили свою историю, и чтобы они, у них воспитывалось такое уважительное отношение к тем ветеранам, пожилым людям, которые завоевали победу для нас. Ежегодно проходят выставки и конкурсы на лучшую елочную игрушку. Точно так же наши дети в этом году стали победителями. На республиканских конкурсах, это профессиональные наши конкурсы всех школ искусств и художественных школ Крыма, также занимают призовые места. Поэтому я так думаю, что вот такое образование художественное, оно помогает детям раскрыть свои таланты. И только немножко, чуть-чуть надо подтолкнуть ребенка, и из него начинает как бы бить родник и фонтанирует его в фантазии. И вот у каждого, видишь, его мир. У нас даже, когда начинаются приемные экзамены, мы необычно проводим наши экзамены. Мы им читаем сказку, включаем музыку, и вот они, каждый ребенок, что он услышал, какую, как он воспринял эту музыку, как он воспринял эту сказку, и что он показывает. Вот в рисунке уже видно, какое у него художественное мышление. Это очень интересно, и каждый ребенок проявляет себя по-своему.